motherfucker. Так, окей. Нам нужно найти каюту. Где нам там? Карантин в госпитале. Это мы нашли. Мы там увидели что? На доске. Нам нужно было в А29, где находится каюта доктора Морли. Это вот где-то приблизительно вот здесь. Так, мы зашли в А26. Окей, если он тоже будет такой. Привет. Так, мы приблизились. Он прям вот, прям рядышком. Но он понимает, где мы. Да, игра не позволяет ему залазить в люки. Так. Смотри, опа, и сразу появился. Он нас просто троллит. Мы еще динозавров тупыми называли. Я вот здесь, пойдемте. Мы вошли в А29. И немножко посидим. Сейчас дождемся, пока он уйдет, для того, чтобы мы могли выйти и осмотреться. Есть, мы добыли пропуск. Вернуться тем же путем через сохранение. Короче, такая тема. Мы спустились на нижний этаж отделения госпиталя, добыв карточку пропуск доктора Морли. Теперь мы можем открывать некоторые двери. А некоторые двери так и по сей день для нас закрыты. Нам нужно разгадать разгадку. Вот у нас есть электрошокер. Отлично. Дверь по-прежнему заперта. И здесь тоже дверь по-прежнему заперта. Восстановить передачу. Ага, вот здесь стало открыто. Давайте посмотрим, что у нас в компьютере. Не найден какой-то цилиндр. Ладно. Главное сюда это, чужой не заходи, пожалуйста. Будь великодушен, мистер Ящер. А где еще один цилиндр у нас? Это похоже на цилиндр? А где мне взять этот цилиндр? Смотри. Даже так. Даже так. Он уже просто стоит за дверью. Пока мы тут развлекались. Так, а что ж мне делать? Просто аккуратно двигаемся. Так, мы взяли батарею охлаждения. Он прям знает, что я тут. А я знаю, что ты тут. Мы такие осведомительные, да? Ты тут, я тут, ты тут, а я там. Он пытается, короче, меня схавать, но что-то у него там не работает. Так, активировать охлаждение, вернуть оптимальную температуру. Так, а что здесь я должен найти? Что мы ищем? Какой-то щит. Вот, доступ в вентиляцию подать. Давай. Есть. Пропуск работает. Пропуск работает. Мы еще живы. Опачки, и спрятались. Спрятались, зачем? Потому что надо, потому что страшно, потому что... Но по идее, это должна быть безопасная зона. Мы идем, сохранение, сохраняемся. Потому что, ну, прямо сложно, сложно прям с ним бороться иногда. Ты знал, что там эта тварь? Клевета, я не знал, я лишь предполагал. Чуешь разницу? Говори код. 1702, все спускаемся в амбулаторию. Конечно, конечно. Извини, что так вышло, сама понимаешь обстоятельства. Я сейчас выйду в соседнюю комнату, введу код и включу лифт. А потом спустимся, пропуск у нас теперь есть. Так, он пошел в соседнюю комнату включать лифт. Все, сейчас вещи соберу и пойдем. Ни хера. На лифте в госпиталь. А где лифт? Я в лифте. Быстрей. Давайте, едем уже. Итак, отлично. Цель обновлена. Госпиталь. Мы продолжаем. Мы спустились в какую-то часть. Какой-то части. Все тут как-то смочено, намочено. Пока непонятно, что здесь. Так, так, какой-то стол. Проверяем тактику. Сидим к нему спиной. Он... Смотри, работает. Нихера себе. Прикинь. Моя жопа сливается с окружающей средой. Круто. Надо, чтобы он ушел, чтобы мы прошли. Нам нужно вообще вот сюда. Получается, нам что, вот в эту дверь, что ли? А это может быть дверь в обход?
Так, сейчас смотрим, где эта тварь бегает. Она вот прям за стеной идет. Сейчас должна мимо проходить. Или она поверху ползает. Смотри, застыла. Типа, короче, ее нет. Оп, дальше пошла. Двигаемся дальше. Ясно. Сейчас будет выпрыгивать сверху из крышки. Это мы уже проходили. Когда он уже срыгнет? Вроде норм. Только хочу сказать, как только ты мышку берешь в руки, этот гад начинает двигаться вместе с нами. Это очень интересно на самом деле. Кто-то мне подсказывает, что нас заметит. Мы почти сохранились.